Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами, и мы начинаем новый выпуск. Но я хотела бы отметить, что на моем канале уже 1000 подписчиков, и хочу поблагодарить вас за то, что вы со мной. Завтра мы отправляемся на Кубок России в Нижний Новгород всей нашей командой Самарской области. Ну, а я, кстати, в этот раз буду выступать вот с такой вот красивой опухшей рукой. Немножко травмировала ее на тренировке. Ну что, не первый раз будем настраиваться выступать. У нас от школы карате рекорд выступает аж 4 спортсмена. Вот, кстати, двое из них пытаются доломать сумку. Раз выступаем я, Даша, школа Сулейман Пахомов, и к нам присоединился вот новый участник Артём Деменко. Будет выступать до 84 килограмм. Мы, кстати, носили, вот у нас такие рекордовские худи новые. Мы зарегистрировались. Вот аккредитация. Даша, давай я показываю свою аккредитацию. Все, завтра начинают тяжелые веса. Легкие веса послезавтра. Наконец-то ужинаю. И вот мой чемпионский ужин. Гречка с курицей и с грибами. В этом влоге я также вас познакомлю с комиссией спортсменов, которая у нас существует в Федерации карате России. В эту комиссию входят 6 спортсменов, 4 по кумите и 2 по ката. И есть у нас также председатель комиссии Александр Герунов. Вы наверняка уже слышали о существовании такой комиссии, но я покажу спортсменов и нашего председателя у себя в видео, чтобы вы наверняка знали, кого как зовут и кто как выглядит, и могли к нам обращаться. Потому что, по сути, наша комиссия создавалась, чтобы быть связующим звеном между спортсменами и Федерацией карате России. Доброе утро! Что, завтракаем? Какой у нас зальчик красивый. Мы в зале начинаем первый день Кубка России. Вот она, разминочная зона. Наши бойцы, Билетики. Знакомые люди тут ходят. Вот они. С нашей комиссией спортсменов. В нее вхожу я, но меня вы уже знаете. В нее также входит Вера Ковалева. Она сейчас скажет пару слов о нашей важной миссии. Да. Всем привет, ребят. Как Анечка уже сказала, у нас в федерации есть комиссия спортсменов, в которую может обратиться любой спортсмен со своим вопросом, что-то задать, обратить внимание на что-то, может быть, какую-то просьбу выразить. Предложение. Да, предложение. Извините, момент был. Я за девочку переживаю. Был момент. Да, поэтому мы открыты для всех вопросов, для всех предложений. Ну, короче говоря, комиссия серьезная. Ребята все ответственные, готовы работать. Ждем от вас, да, обращение. Потому что посмотрите, как Вера переживает за спортсменов. Да, причем не только спортсменов Санкт-Петербурга, за всех спортсменов. Абсолютно верно. Надо было только сказать, что Вера Николаевна. Извините, Вера Николаевна. Для вас Вера Николаевна. Вера только для узкого круга людей.
что ты с меня снимаешь? Лен. Ты, кстати, вовремя подошел. Ну что там? Кто ты там? Ты же член комиссии спортсменов. Да. Ты мне нужен. Привет, Ань. Немного нашей предсоревновательной разминки. Первый день Кубка России. Ссылочку в описании. Всем хорошего дня. Входит у нас в комиссию спортсменов. Дубль 2. Мария по-прежнему входит в комиссию спортсменов. Смотрите. Занимается. Блин, я опять забыла, кота или ката? Кота. Ты кота занимаешься? Маш, как ты оцениваешь, как ты оцениваешь работу нашей комиссии? Ну, примерно так. Можно сюда обезьяну вставить, бою мне не понравился, бой, честно. А так в целом нормально. Говнюк. Привет, передай кому-нибудь. Передаю привет всем, кто за меня болел. Из Сулеймана. С бронзовой медалью. Результат есть результат. Работаем дальше. Все обязательно будет. Ребят, я вас поздравляю. Вы самые классные. Я всегда за вас переживаю, поддерживаю. Мы большая с вами каратистская семья. Блин, Сандрась, ну качество тоже же. Здесь надо было футболку ту надеть. Да. Ладно, я дома сниму видос. Хорошо, хорошо. Ладно, сейчас я скажу подписчикам. Вера мне подарила футболку
там такой цып в короне. С бриллиантом. В общем, фирменную футболку. Да. Буду ее носить. А на следующих соревнованиях мы будем продавать, все подписчики и поклонники Анны могут приобретать. Время познакомить вас с председателем комиссии, нашей спортивной комиссии, это Александр Герунов. Да, всем чемпион здрасте. Чемпион мира и Европы, наш, мой земляк, тоже из Самарской области, моя земля, и Тольятти. Так, ну, давайте пару слов о нашей важной задаче. Какая у нас главная задача? Прямо в двух словах. Наверное, на сегодняшний момент, чтобы всем спортсменам было максимально комфортно соревноваться. Безусловно, нас беспокоит будущее каждого спортсмена. Хотелось, чтобы они достигали самые высокие награды на самых тяжелых соревнованиях. Ну, после соревнований надо вкусненько покушать. Сейчас будем кушать манго. Классная сеть ресторанов, называется «Сыроварня». Есть не во всех городах, но рекомендую. И красиво здесь достаточно. Приехали немного прогуляться по Большой Покровской. И смотрите, какая здесь надпись. Все сбудется. Желаю моим дорогим подписчикам, чтобы у вас тоже все сбывалось. Единственный из членов нашей комиссии, кто не попал ко мне в видео, это заслуженный мастер спорта Евгений Плохутин. Он в этот раз не приезжал, не принимал участие в Кубке России, поэтому не получилось заснять с ним видос. Его вы, наверное, тоже все прекрасно знаете, но я в любом случае прикреплю его фото. Ну а кто хочет снова увидеть Женю на соревнованиях в полной боевой готовности, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, ему будет приятно. Итак, как и обещала, показываю футболку, которую мне подарила Вера Николаевна. Вот с таким цыпленочком, с короной. Это я. Ну, а мы вернулись с Кубка России. И я надеюсь, мне удалось показать вам нашу комиссию спортсменов. С кем-то получили шуточные видосы, с кем-то очень даже серьезные. Но я думаю, основную концепцию вы поняли. И всегда можете к нам, обращаться. На самом деле наша основная задача – это рассказывать про наш замечательный вид спорта, вовлекать в него людей, привлекать зрителей, ведь он у нас динамичный, зрелищный, яркий, интеллектуальный и самый лучший. Ну, вот такие призы давали победителям и призерам Кубка. И тут у нас нижегородская ложка. Так что... можно кушать теперь. В общем, вот. Но у меня сейчас началась учеба, и эта неделя получается очень активной из-за этого. На следующий мы уже улетаем на сбор, и, соответственно, там придется очень хорошо совмещать тренировки и учебу, а точнее уже экзамены и зачеты. Если вы хотите новый выпуск со сборов и узнать, получилось ли у меня совместить все экзамены и зачеты с тренировками и все сдать, пишите мне в комментариях. На этом мы прощаемся. Алекс, давай посмотри, что ли, в камеру. Там камера. Алекс, в общем, уже хочет кушать, поэтому я пошла его кормить. А с вами я прощаюсь. Всем пока.